Постучим зубками. Постучим. Не мешает ничего. Все хорошо. Маленькие пациенты самые сложные. Случается, что надо им пригрозить. Конечно, по-доброму. Семилетняя Вера не плачет, тихо сидит в кресле и в прямом смысле, открыв рот, слушает рекомендации врача. Вере лечат 3 зуба. Чтобы кариеса не было. И чтобы их микробы не съели, а чем жевать-то потом? В соседнем кресле Сережа, говорит, не был у стоматолога 5 лет. Сейчас пришлось, зуб заболел. На следующий день пошел. Сильно болел? Очень. Чуть ли на стенке не лез. Скажи, а ты боишься лечить зубы? Нет. Врачи говорят, что настроение детей перед стоматологическим кабинетом в первую очередь зависит от родителей, от того, как они его настроят. Бывает так, что и совсем маленькие дети ведут себя спокойно, а бывает, что и в 10 лет ребенка приходится держать всем медицинским коллективом. Эта девочка только что узнала, сегодня принимает другой врач. Испугалась, подумала минут 15 и предложила бабушке прийти в другой раз. Татьяна с говорящей фамилией Зубова работает стоматологом 30 лет. По словам медиков, зубы у современных детей гораздо хуже, чем несколько десятилетий назад. Раньше в 3 года приходили только на профилактику. Сейчас стоматологи все чаще находят у совсем еще крох кариес. Виновата в этом, по словам медиков, мама ребенка. Молочные зубки закладываются вообще на ранних стадиях беременности. Мамы так думают, ничего еще нет, а там уже закладываются зачатки молочных зубиков. Как мама ведет себя, как питается, какой у нее режим, какие вредные привычки, все влияет. Те, кто уже подрос, должны заботиться о зубах сами, есть поменьше сладкого, побольше продуктов, содержащих кальций, чистить зубы утром и вечером. Хорошо, если это будет зубная паста со фтором. Никогда не заканчивать день, да, сладким приемом пищи, что обязательно... Почистил зубы, уже лег спать, а не так, что съел конфету и лег спать. Сейчас в детской зубной поликлинике 8 врачей, не хватает 41. Нагрузка большая, но для каждого ребенка здесь всегда найдется доброе слово, улыбка и слова поддержки. Ведь сами стоматологи, когда садятся в это кресло, хоть чуть-чуть, но боятся.